Чилим денен вождес нарощаса герой Иван Владимирович поздеев лыщем памятник. А тач республика Саюра лыщетес ухта еще Антолий Хлобыстов ланчем яле. Коми республика са герой ли звезда. Мы нышта вычи с Колем Вежана Владимир Уйба. Та лыщ вочем на сюжетен. Иван Поздеев он исслали Чилимден Шырын районса администрация вожен сылын мыгыр. Кадровый офицер медводжа ясладын мадачес дорьяны чужаму кычпанши история военной операции. Погибнитес вырыглым пуляющ, повтык тышкащемыч сылыщетама рощуеса геройлан ним. Для многих из вас Иван Владимирович был учеником, товарищем, земляком. Простой сельский парень, который с детства имел мечту Родину защищать. И свою мечту он осуществил. Прошел путь от курсанта знаменитой Маргеловской Рязанки, закончил с отличием до командира полка, не раз проявляя храбрость, героизм при исполнении воинского долга. Иван Владимирович был участником крымских событий 2014 года, выполнял боевые задачи в Сирии. В январе 2022 года находился в охваченном беспорядке Казахстане. Имел боевые государственные награды. С февраля 2022 года Иван Владимирович принимал непосредственное участие в специальной военной операции. Геройски погиб, защищая нас с вами, защищая нашу Родину, отстаивая суверенитет России. Памятник Ивану Владимировичу – это символ нашего глубочайшего уважения. Уважение не только нас с вами, уважение всей страны. Память подвигу настоящему российскому солдату и офицеру. Дорогие Владимир Иванович, Елена Николаевна, низкий поклон вам. За воспитание такого сына, память об Иване Владимировиче и о всех наших ребятах, погибших в ходе специальной военной операции, мы будем хранить вечно, и имя каждого увековечим. Ивана скачтулану кыч шаньда бурщилам азонмыс, и чудышанинска съемалоны офицерын. Пример поддепырвалам абатис, коды воюет лыс Афганистанын. Уважаемые земляки, спасибо вам, что пришли почтить память нашего сына, брата, мужа, отца. Спасибо вам, брат. Не тяжело говорить. Спасибо. Кычка кадвоща февралин, кычпанши история военной операции, Иван Поздеев мадачис фронтвала, вечкалыс десантын, тышкащис прыст солдат ескад отчыч. В этот памятный день мы опять помолчим. Вспомним тех, кто Россию прославил. Вспомним всех, кто подвиг свой совершил и оставил светлую память. Качталис на кулян вежуна и мукат зоне со скудья с чершетисны, ащены с олом чужан мудор еган. Владимир Уйбащетис, республикаса герой Лыщкоджев Анатолий Хлобыстовлан бать мамлы. Ухтаюч зон Луис Медведжан, куда спас ясны тая вылез награда ан. Очень приятно знать, что его не бросили, не забыли, и он погиб, защищая нашу Родину, нас с вами героически завершил свой путь. Комиш зон яс, рощеса герой яс, тая ударающ Александр Власенков, ухтающ Олег Шипицын, члимдыныш Иван Поздеев да Владимир Носов.
всегда за, где нас приглашают, где о ребятах наших, о наших детях говорят. Не только о моем сыне, а вообще о детях, которые вообще на войне все. И там, и здесь, и погибли. Это все герои. Когда страна оказалась под угрозой, они в числе первых встали на ее защиту. Наш долг – увековечить светлую память о наших военнослужащих и передавать ее из поколения в поколение. Наши герои навсегда вошли в историю России и Республики Коми. И они навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах. Республикалан Лун Вочин, Юралыч Пасис, Инаес, Кодиталан, Повток, Дорья Чужанму. Каштуштисны Инаес, Коди Уна, Винчутис, Республика Нимадамогыш. Москва, Анвоштисны Василий Синюковас, Каштулампыв. Севали Медвуджеслыден, Коди Туялис, Мупыш Сакуйланынес. Один простой пример. Если Соединенные Штаты Америки за 120 лет... Эти примеры Саманвайда США, щеки живон, пичкодисны миллион даджин скважина, перьесны вонас, как еще витам миллион тонн на мусором. А СССР самын кыж від вон кодісны куім, що сквашана, і вели пір'яна вон аскык, що вітамін мільйон тонна, і та ставис, що ніковлен шададо мес, слен туяли мес. Суфтадісны каштулам пыв Москваан комілан землячество отсыган, да регіон саму черпею, що слен воджмашчаман. Синюков, княж Погострайоныч, Петавла Морт, Союзен Луис, геология, наука, эсла, медвуджа докторан. Волынимтан и сиясвищик Мэд Ломоносован. Очень важно, чтобы наши знаменитые, великие люди не просто уходили в лету, а чтобы память о их делах, о их работах передавалась с поколения в поколение. Синюков, вождь из Якутиан Мушир, Саратован Биару, Пашкад Мушир Куйланынес, Татариан. Конечно, нам, родственникам, это очень важно. И я... Миялы рыдвожлы тая зэв тычана ми сымандаво вичащим мы тая пывсы корка век же суфтадасны, виджасны дед елыш память.